наши очи. Какое ты спрят, не плыть над этой пламени, а я хвоста. Мы желтым пламени, а я хвоста. Наши травы сильнейшие, их не хвоня. Наши травы кормили свет яру ара. Наши люди труили белых поштей. Мне кажется, что 2016 год как раз такой
растет количество поклонников, мне нравится, что они делают свою картину день ото дня идеалистичнее, они разочаровываются в том, чем собираются заниматься и дальше. Мне нравится, что они находятся в идеальном пространстве Aika Space, которое все такое беленькое и в котором цветет в декабре месяце трава и другие зеленые растения вырабатывают хлорофилл. И еще идеальнее это пространство делают фотографии Евгения Юлько, которые появились сейчас в ВКонтакте и в Фейсбуке на странице «Радио Аристократы», которыми надо срочно бежать любоваться всем, кто подключен, а тем, кто только слушает. Ну, представлять себе эту картину, как вы придете до более устойчивого источника приема интернета, заходите и пишите туда свои впечатления и вопросы. Мне кажется, что для Димы, Кости, Саши и Максима очень важно не только ваши аплодисменты, которые раздаются на кухне или в салоне автомобиля, которым вы управляете после каждого музыкального номера, но и ваши вопросы, ваши впечатления, ваше желание их услышать далее. У меня возникает логичный вопрос, а где вас вообще слушать? Вот, ну, я-то сейчас имею эту счастливую возможность, и еще почти 10 человек, может даже больше, не считал. Все, кто пришли в Aika Space по разным вопросам, кто-то по вопросу заварки кофе в буфете, а кто-то потому, что вы им давно нравитесь. Как вас послушать на каком-нибудь концерте из ближайших? Есть ли они вообще? Или вы все-таки хотите пока подварить у себя в студии? На жаль, пока что чітко впевненого на 100% концертів у нас немає запланованого. Хотілося б десь виступити на Новий рік, яка я не знаю, але не знаю, вийде це, не вийде. Але повертати вечір можна. Так, можливо, хтось запитає. В конце концов, можна, мені кажеться, на зло тому, хто мені запропонує, вытащить комбики на улицу и сыграть. Коля, да. Можно спать.